искал пути наугад в темноте. Открыл я тысячи дверей, но все не то и не те. Душа томилась от тоски, было так одиноко. Я прокричал: помоги! И услышал ответ: ты не один, я с тобой, просто сердце открой. Я покажу твой новый мир, облеку свои силы.
себя яви, ведь от твоей любви в небесных потоках, за облаками.
сердце загорелась мечта. Сейчас нас миллионы, сейчас нас континенты, и мы с тобой одна семья. И было искушение упасть и не подняться, и просто стать таким, как все. Но взяв в кулак всю волю, мы начали сражаться, дорогу, чтобы дать мечте. Держаться за руки и жить, держаться за руки и продолжать любить, дарить тепло, дарить добро. Вот для чего нам это все дано. Нести огонь и зажигать сердца. Не слушай тех, кто скажет, что это невозможно. Ты верь, и Бог поможет сделать первый шаг. Держаться за руки и жить. Держаться за руки и продолжать. И мечте тут за седло держись. Порой штормит так, что только и крепись. Однако смысл будет, когда по-другому люди. Думаешь, всем, кто достиг успеха, было просто по сути? Нет, дружище, есть один ответ. Мечта — это дорога, где есть и овраг, и смерч. Не будем ныть, будем плыть, в бухты заходить и думать о рядом стоящих, будет легче жить. Ведь что такое человек, если добро забыть? Тогда зачем все это, если только будет, а? Вот как-то так все есть, и нас уже не счесть. Держимся за руки и продолжаем идти, и это добрая весть. Держаться за руки и жить. Держаться за руки и продолжать любить. Вот для чего нам это все дано.